В Краматорске местная типография должна напечатать почти 120 тысяч бюллетеней для Красноармейска. В этих бюллетенях будут написаны кандидаты в депутаты и кандидаты на должность городских голов. В Красноармейске же местная избирательная комиссия ждет, пока привезут из Краматорска эти бюллетени. В типографии дежурят представители кандидатов от нескольких партий, а также сами члены комиссий. И в частности в типографии в Краматорске представители комиссии от радикальной партии Олега Ляшко, от оппозиционного блока и от партии «Самопомощь». Интересно то, что как раз представители радикальной партии Олега Ляшко настаивают на отмене выборов по территории всей Донецкой области. И именно они контролируют печать бюллетеней в городе Красноармейске за в городе Краматорске за вот этими вот дверями. А сейчас представитель «Самопомощи» туда заходит, пока оппозиционный блок с радикальной партией смотрят, как печатают. Сюда же привезли еще и автобус. На этом автобусе уедут бюллетени из Краматорска в Красноармейск. Дорога занимает около полутора часов, но с учетом того, что это тем более автобус, скорее всего, 2 часа. Чтобы напечатать 120 тысяч бюллетеней, нужно как минимум 16 часов. Их начали печатать около 16 часов дня, то есть 4 часа дня. Соответственно, когда их закончат, это только может быть либо раннее утро, либо же в лучшем случае это около 2 часов ночи, ну это вряд ли. И затем эти бюллетени будут штамповать, каждый бюллетень, плюс еще открепной талон. То есть достаточно массивный объем работы и достаточно много времени нужно потратить на логистические вещи. Успеет ли комиссия в Красноармейске вовремя получить и раздать еще на участковые комиссии эти бюллетени, ну будем следить. Слушайте, ну а как вот успеть их проштамповать теперь все? Вот сейчас уже 8 часов. Вы знаете, человеческие возможности неограничены, третьи сутки на ногах. Привезу, сдам, я пойду спать, члены комиссии придут, проштампуют. Я вам скажу, штамповать это недолго. Ну 59 плюс 59, почти 120 тысяч. Ну и что? Ну и что? Что там их штамповать? Вы работали когда-нибудь в ДВК? Это очень просто. Так, берешь тупо так. Один листает, а второй динь-динь-динь-динь-динь-динь, и все. Ну, то есть, получается, можно, можно напечатать таких же бюллетеней где-то еще, привезти их. А вы опять передергиваете. Вы опять передергиваете. Нет, ну так объясните, мы не понимаем. Что? Вы имеете в виду проштамповать, поставить печать на контрольном талоне на бюллетене? Мы это имели в виду? Еще. Конечно. Ага, а чем еще штампуют? Бюллетень, контрольный талон. Ставится печать между контрольным талоном, чтобы была идентичность.